Так, ребята, всем доброе утро. Вот я добрался наконец-таки в город Пятигорск. Птичий рынок, сразу скажу, перенесли. Сейчас он находится в район Шубного рынка. Вот, очень большая территория. Тот рынок закрылся, там идет строительство. В общем, теперь данный рынок будет находиться вот как бы на этой территории. Сейчас пойдем снимать. Вот люди все подъезжают, вот тут охрана. Вот. Не знают. Первый раз, в общем, рынок здесь, на этой территории, именно птичий. Вот раньше когда-то был, но я здесь сам ни разу не был. В общем, пойдемте далее. Пойдемте, будем смотреть то, что присутствует на рынке. Люди, в принципе, еще подъезжают, но как бы надо начинать потихонечку работать, показать то, что есть на рынке. А что не сначала? Сначала. Дочь хочет посмотреть, говорит, да? Будет он снимать, не будет. Буду, конечно. Дочь хочет посмотреть. Кролики вот такие малышни. Декоративные. Вот такие. Эти серебро, да, или как они? Да, БСС, большое светлое серебро. И почем такие? По 1000 рублей. 1000 рублей. А вот зеленый, белый. И венские голубые. А такие? Тоже все по 1000 рублей. Ну, сразу отца запечатлеем. Да. Все видела, что папа на рынке. Смотреть будет. Вот такая рыбка. Сушеная рыбка. Вот такая. Я позавчера ее. Так. Дальше. Вот. Холодновато. Хозяева по машинам сидят. Люди. Почему не спрашиваешь телефон? Ни у кого. Вот такие шейки, чубатые, бесчубые, неплохие. Как говорят, шея, печать, полный черный хвост. И почем такие? Вот хозяин спрятался, даже спросить не у кого. Белые, широкохвостые, по-моему. О, Рома, большие, привет. Крупные. И за рыбой. Крупные. Ваша птица, да? И почем шейки такие? Пара. 3000 пара. Гоняли, нет? А вы откуда? Мест? Пятигорска? 3000 пара. А такие, это широкохвостые тоже, да? Большие, крупные голуби. 17-16 перья. И что-то есть гоненое? Есть. Дома есть хорошие. Дома? Так, вот такие вот черные чубаты. Это, а это что за порода такие вот черные? Бакинцы? Мат. Бакинцы. А масло почему? А, это уже метисы тогда получаются. И что-нибудь показывают игру? Да, вагон, я молодой, копчик забыл. И почем такие черные? Вот это именно 3000 пара. 3000 пара. Есть 5000, 6000. Так, а телефончик оставите свой? Да. Так, продиктуй тогда на видео. 8962. Так, 8962. 439. 439. 88. 88. 80. 80. Позвать как? АК. Как? АК. АК? Человека звать АК. Живет в Пятигорске, держит вот таких голубей. Кому интересно. Широкохвостые. Дома есть еще. Что-то получше. Цену вы слышали. Ладно, спасибо. Так, это у нас корма. Корма. Подходить не буду. Вот здесь у нас кролики. Кролики. И почем такие у вас кролики? 1300, 1000 рублей. От 1000 рублей и выше.
такие кролики. Веточки. Ветки. 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 Голуби. Голуби-то флашата. А так лаваши? Да. Почем такие? Ну, там разные. Тоже от 500 и выше. От 500 и выше. Ну и такие. Гоняете их, нет? Да, это такие проверенные все. С рынка как-то тут кидали. Снимали. С рынка? Да. Только с того, Сашка он со мной стоял. А, это Сашины? Ну да, это я у него брал. А телефончик оставите? Да. Не хотите? Ну, продиктуйте на видео тогда. 8-906-497-09-05. Борис. Борис. Такие вот. Да так вот от Саши тоже. Да. Этого я на рынке показывал. Саня выпускал. Такие мраморные здесь. Святые. Рыжий мрамор. Белые. Рыжие. Длинноносые. Краснодарский. Головастики. А головатый почем? Тоже примерно от 500. Это все ваша птица, да? Ага. Так, это вот все одного хозяина. Головатый. Мраморные. Такие. Мраморные. Так, пойдемте. Дальше. Дальше. Так, это у нас. Так, а эти как я забыл? Ляушковские. Ляушковские. Да, они сбойные. Ой. А где хозяин? Почем? Товарищ. Почем такие? Ну, тоже от 500 рублей. Вот 500 рублей. Ляушковские. Тут и сизые. Вот они совсем. Молодежь без пунята. И белые краснодарские. Вот они. Тоже ляушковские. Сизые поясатые. Кто-то, я слышал, уже забивает вот таких в моздоцких, чтобы выбить. Вот кто, я слышал, вот таких в моздоцких забивает, чтобы бой. А, ну они, да, они улучшить. Такие. Улучшить. Они у них летают, они есть, бывает, забиваются. И вот подмешивают. Лохмы, правда, поменьше. Страдают из-за этого косма у моздоцких, но бой. И носик тут, конечно, чуть-чуть длиннее носик у них и потоньше, чем у моздоков. Так, здесь у нас уже вот такие вот узбеки. Узбеки. Узбеки сидят. И опять же хозяев нету. Холодно. Пока что холодно. Минус один, правда, показывает. Но снимаю 3 минуты, уже рука замерзла. Нету хозяев. Пара благодарнинских. Вот они, благодарнинские сидят. Неплохая пара. Вот и спросить у кого. Ути, куры. Так, вот они. Здесь посылка. Павлины. Ролики. Вот тоже пара. Пара белых благодарностей. Пара красных. И почем благодарнинские такие? По тысячам. Эти. 1000 рублей голова? Пара. Пара. 1000 рублей. Пара. Кто-то искал. А телефончик не оставите свой? Продиктуйте на видео. 8-909-76-888-3 восьмерки подряд 64.
А звонят? Сергей. Сергей. Белые благодарности такие. Вот еще здесь. Голуби сидят. Вот. Павлинчик. Черные вот такие. А это вот что за порода? Вот такие чубатые. Капуцины. Белоголовые капуцины. Декоративные. Так, пойдемте. Пойдемте дальше. Дальше тут. Мясо. Да, налоговое ходит, говорит, снимает. Все. Это даже не красные, а желтые. Темные. Северо-кавказские. Вот еще. Вот такие сизые. Лохма у них приличная. Такие же вот красные. А вот, Коля, вот спрашивают, ребята. Коля, все красные, там что, голубь, да? Красный. Голубь есть, да. Покажи-ка мне-ка. Пара сизолысых. Ты сам откуда, Коля? Ой, далеко. Ну далеко откуда? Под Буденовском. Буденовском, ну ничего. Россия. И почем такие красные у вас? Полторы. Какой? Полторы. Вот это? Вот этого, ну-ка. Это похоже голубочка. Да? Сейчас глянем. Глянь. Или голубь. Не, это голубь, голубь. Да мне надо точно купить-то. Да у меня свои голубки сидят, блядь, тоже. Так, а где-то... Два было таких белых. Так, а давай я подержу его. Так, вот тут торговля. А такие сизые почем у вас? 3000. 3000 голова? Да. И вот он, голубок молодой. 3000 голова. Тут один водил, один молодой. Вот этот точно. А сизолысые? Эти. Опять. Голова. И что ты за них? Полторы. И что-нибудь еще не делают они? Я не гоняю. Что-то дороговато для Негонина. Птицы. Так. Вот такие у нас. Здесь уже у нас армавиры сидят. Армавиры черные. Вот здесь мраморные. Клетка заклеена сбоку, не снимешь. И хозяев нету. Так. Дальше у нас гуси. Гуси. Вот такие гуси, утки. Утки. Вот такой гусь. Кто-то спрашивал гусей. А ваши гуси? Да. Это вот холмогор, да? Нет, это помесь. Помесь? А холмогоры есть у вас? Птицы? И что стоит? 2500. Там просто люди интересуются. А телефончик не можете свой оставить? Нет, у меня один остался. А, один. Понятно. Вот такие голуби здесь. Здесь вон благодарненские, но уже битые, здесь чубые. Здесь чубые. Желтые. Там и спортивные. Парочка штук сидит, чехов. Так. Это у нас все корм. 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 Так. Это у нас птички. Это кеннеры? И почем такие? Это самочки, да? Вот самцы, наверное, стоят. И почем? 500. По 500 рублей. А телефончик можете оставить? Просто люди канаренькой мне интересуются. И вы продиктуете на камеру? Ну, я увезу куда потом. А, здесь есть. Так.
Так, вот такая вот, сейчас, секундочку, ребята, я покажу, вот такая вот визиточка, можете на паузу остановить и посмотреть. А звать как вас? Константин. Константин. Потом напишу, что. Угу, да-да-да-да. Так, пойдемте еще самцов посмотрим, вот кто-то интересовался, холодно. Клеточки заклеены. Вот и красные какие-то. Ну да, краснодеревые. Как? Краснорябые. Краснорябые. Почти. Не особо. И солнце еще не что. Ну да, и... Вот такие фонарики. Ну, спасибо. Так, кто-то... А? Ну да, Владикавказ, это мое. И вот пробивает мраморное за 300 рублей. Мрамор. Мрамор, мрамор. Такие. Всякие. Всякие. А тут еще чубатые и мраморные, белястые, пара белястых. Вот слово скажу. Все по 300 рублей, да? Привет Будьяновским, всем голубятникам привет. На новом месте торгуем, рынок неплохой. Так что приезжайте. Приезжайте, конечно, надо приезжать. Рынок очень большой, территория большая, и всех с наступающим. Спасибо, Юрий, тебя. Всех с наступающим. Привет, привет всем, всем, всем есентучанам. Также, да. Так, пойдемте дальше. Такла. Такла. Такла у нас. Такла. Такла по 500 рублей. Она не хочет, чтобы ее снимали. Телефончик продиктуй. Да, телефончик надо обязательно. Мне люди интересуются именно таклой. Как вы сказали, у вас же она не вольерная. Нет, нет, гоняем. Гоняете. Вот. Молодежь. Вот такие вот таклашата. Довольно-таки много. И желтые есть разных мастей. Всех цветов, всех оттенков. А вы откуда вас? А? Ну, от с Пятигорска? Да, да, Пятигорска. С Пятигорска. Продиктуйте телефончик. 962. Ну, 8-962. 8-962. 025. 025. 0478. 0478. А кого спросить хотели? Юрий. Юра. Спросите. Добрый день. Вот такие. Вот кто интересовался таклой, можете позвонить. Хозяина звать Юра. Тезка. Вот, можете позвонить. Такла не вольерная. Ну, дома уже можно все обговорить. И цена 500 рублей. Так, спасибо. Так, орехи. Орехи. Ведерко. 400 рублей. Это не дорого. Куры. Броли. Так, дальше у нас вот такие кролики. Кролики. Хозяев нету, цену спросить. Черноухие. И белые, и красные. Так, вот здесь. Вот здесь уже армавиры сидят. Армавиры. И где хозяин? Машина пустая, кофе стоит, такие вот красные, мрамор. Ай, рука замерзла. Вика продается. Вот тоже белые. Вот здесь уже. Это уже узбеки.
Ваши? И почем? По 300. Не знаю, что получится. По 300 рублей. Вот такие рябоголовые здесь есть. Черные. Практически белоносые. Это первого прилипло, как белое пятно. А, это ваши? Ну, и почем вот эти армавиры ваши? Вот ряба. Ну, от? Ну, от тысяч. От штуки и выше. Это вот один хозяин. И мраморные, и красные. Это все одного хозяина. А телефончик оставите свой? Да ты ж уже писал. Да, а люди же не пересматривают. Вот почему не взял, прошел, там были армавиры, там было то, там этот. И... В интернете есть. И телефон там есть. Да, продиктуйте, если не сложно. 8-928-335-4407. А звать? Владимир. Вот такие черные. Черные, кстати, вы же мне тогда дарили, да? Черных не вы мне дарили? Пару. Брата. Ну, наверное, да, пятигорские. Вот вы с самого с краю стоите постоянно. Голубка одна хорошо играть стала. Ну, правда, практически в забой уходит. Но летит все-таки. Летит. Ну, они есть после. Брал я. Они не чисто белоносые, но какие есть. Кормилки. Ну, не знаю, он мне подарил. Вот такие кормилки. А американцы почем? По 300 рублей. Кормилки. Кролики. Всякие разные. И почем такие кролики? Это 1,5. Рексики по 2. Молоденькие, по 1000. Вот такие рексы. Короче, это самое. 2000. Я говорю... Так, ладно. Кроликов много. Вот такой бабай. Сидит. Зайчишка. Уши у него, дай бог. И почем такой кролик? 3,5. 3,5. Это как великан или как? Да. Мощный. Еще такой же здоровяк. Так, вот такие ути, индоутки серые. Коричневые. А индоутки тоже ваши? А чем такие недоутки? По 1000 рублей голова. Большие. Вот они еще такие же. Так. Что-то я пропускаю. Пропускаю голубей. Вот такие. Вот они. Не могу цвет назвать. Молочные, не молочные, светлые такие поясатые, длинноносые. Хозяев нету. Есть такие же черные. Как их уже называют, северокавказские. Хера себе, думаю, я слушаю, куда мы езжали, говорю, что мужью взяться. Шейка. Да ну. Вот солнышко выходит. Может потеплеет. Широкохвост. Вас снимает. И почем такие? А по-разному, 2, 1,5.
Тысяча. Гоненая птица? Да, да, кроме двух. И как они? Ничего, нормально, летают, поднимаются. Есть уже бьют. Ну, черных много, я не разберусь, кто из них кто. И черные, и члены одинаковые. Половина бьют, летают, а половина, ну не половина, а некоторые не очень. Ну как вам вообще широкохвостая птица? Нравится? Нравится. То, что они летают, вообще проблем нету. Мне нравится. Вот, но бой у них как бы под весной. Чем у простых. Да. У них разные. Не, ну разные. Ну, то, что я держал, у меня было под весной бой. Хорошо, мне нравится, красиво. Стоит, полукруг стоит, как лампочка висит. Ну да. Все равно маленькие птички лучше. Я вот тоже такого мнения. Один их не минус. Или тетеревятник, а тем более сапсан забирает сразу. Я поднимаю стаю 100 голубей, и он именно находит, у кого. Да, да, пошире. Вот у меня тоже так. 15 гоняю. Ну, я вот смотрел, ты такую кучу гоняешь. Да, да. Еще говорят, много не гоняют. Как не гоняют? Человек гоняет, блядь, 200 штук, по-моему. Не, ну не 200, у меня где-то голубей около 200, ну... На больше сотни я поднимаю. Одни выше, другие чуть вот пониже. Тебе один из Бакур написал эти комментарии. Вот, что он тебе сказал, то же самое я хотел тебе сказать. Много у тебя, много. У тебя хорошие птицы есть. Ну, вот он точно вот. Ну, много, но я не могу мало гонять. Чем меньше я гоняю, я стаю, буду гонять в 10 штук, они будут показывать время. Я тебе скажу, вот, мы бакинцы, я бакинец. Да, у нас был 30. Больше 30, редко у кого 40 было. Вот из этих 30 мы гоняли, 20 штук, они все уходили. Не, ну это... А когда такую... Вот я вчера смотрел твой ролик. Две тучи вот так, вот. Один туда, один сюда. Хорошо летали, 7-8 штук пустили. Не, ну это все правильно. У него хороший был. Стая больше 10 штук не должна никогда быть, чтобы добиться их показателя. У кого? Вот тут любого здесь покажи мне такую. Вот ура. Такие голуби. Из этого есть 5 штук здесь полетят. Тебе не нравится? А вы откуда? С Пятигорска? А из-под Кусавки. Сауна Дмитриевская село. А телефончик оставите свой, если да, что? Да, да. Ну, можно оставить. Продиктуй тогда на видео. 8-962. 8-962. 001. 001. 54-80. 54-80. А звать как? Саша. Саша. Вот Александр. Есть широкохвостые. Аскандер. Широкохвостые. Гоняются. Там самое мало 16, да, Саша? Да. Самое мало, у меня меньше не бывает. 16, меньше 16 нету. 17, 18. Понятно. Стандарт. Ах ты, ах ты, вот я пропустил. Кто-то спрашивал мне. Вон дедуля сидит в машине. Вот они, холмогоры. Вот это гуси. Я так думаю, что это холмогоры. Сейчас я даже подойду. А ваши, да? И почем такие? 4000 гусак? Ну, один. Это вот холмогоры, правильно? Да, да. А вы можете телефончик мне оставить? Человек просто вот интересуется именно, кому приехать купить и как договориться. Я не знаю, я вот показываю в интернете людям. И ну, продиктуйте. 908 384 94. Анатолий, спасибо большое. Вот такие вот. Да, кто-то интересовался. Очень даже ничего. Такие большие. Не буду больше спрашивать вес. Тут, наверное, килограмм 15, если не больше веса. Вот такие красавчики. В принципе, кто-то спрашивал, конечно, я вот то, что постарался. Так, дальше вот такие вот курочки, попугайчики. А волнистые почем такие? 300 рублей. По 300 рублей волнистые. А эти как порода? Рокенфельдер. Ну, это декоративная, да? Ну, почему? Не светится. Ну, это понятно. И почем такие? Петух тысяча, курица полторы.
Редкая порода. А вы куда снимаете? Для души? Нет, ну для людей. На YouTube. А. Видео снимаю, и люди смотрят, и вот просят, спроси то, стоит сюда ехать покупать, не стоит, поэтому на YouTube можете зайти посмотреть. Владикавказ, 15 рус. Ну, город Владикавказ. Забьете и там все мои видео, все ваши ярмарки вот эти. Это не дома ярмарки. Дома? Я ничего не вывозил. Юра. Сейчас. Так, ну на этом я сейчас пока закончу и пойду вторую часть снимать.